Сегодня указом президента Алана Гаглоева на должность председателя правительства назначен Константин Джусоев. Ранее кандидатура Джусоева была представлена и одобрена парламентом. Константин Джусоев, в свою очередь, поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что он нацелен на плодотворную работу во благо развития государства Алания. Я настроен очень серьезно на работу. Я настроен очень серьезно на работу.